Всем привет! Значит так, сейчас мы вам покажем не китайский трюк с ломанием уже поломанного бетонного блока или кирпича. Мы сейчас будем ломать вот эту вот бетонную плитку. Если бы она была сломана, то она бы уже здесь провалилась. Будем ломать обычной рукой, простой колхозной ручкой. Но рукавичку на всякий случай положим, а то мы люди впечатлительные, боимся царапин и так далее. Ну, пробуем. Ломаем основанием ладони. Концентрируемся, как это я показывал раньше, и ломаем. Вот, пожалуйста, обратите внимание. Она сломалась. А теперь, если мы ее попытаемся склеить, можно будет ее отправить через AliExpress китайцам, которые ломают уже заранее сломанные бетонные блоки. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, поделиться видео с друзьями, оставить свой адекватный комментарий. Кто желает, можете попробовать, но только если у вас есть опыт и навыки не только в тамисиваре, но и в восточных единоборствах. С вами был автор канала Old Dutchman. Всем удачи!